У Белинском районе подкола автомобиля трапил бурый медведь. У инспекции оховы живельного и рослинного света поступило поведомление про то, что на автодорозе Минск-Могилюля жить мертвая живела. Инспекторы выехали на место. Ни водителя, ни транспортного средства на месте не было обнаружено. То есть проводится пока проверка как сотрудниками ГАИ, так и сотрудниками государственной инспекции охраны животных растительных мер при президенте Республики Беларусь. В ходе проверки будет все установлено. Был ли умысел данного водителя причинить гибель дикому животному, либо просто несчастный случай.